Я уже вас, наверное, минут 5-10 пытаюсь догнать, а не... Ну, догонишь. Мы 90 едем. Мануса здесь перевернутая коробка тебя... А вы где едете? Цюрих, сбрасывайте, сбрасывайте скорость. Идем правее, поднимайтесь наверх. Затем... Не-не, мы еще не доехали даже до Цюриха. Мы его увидим. Я тоже вот... Я сейчас близко к Берну проезжу. Мы заправку перед развязкой проехали. Да, типа нихера непонятно, то есть чем отличается, допустим, тот же КамАЗ от этой долбаной Весты или Газель от Весты. Вот если Газель маршрутка ездит, которая наполовину уже сгнила, да, и новую Весту взять, если кинуть мелочь на панель, как на маршрутках она валяется, ты не почувствуешь, глаза закроешь, будешь представлять, что ты в маршрут. Вот, кстати, да. Вот, кстати, насчет ощущений. Я типа такой говорю, ну блин, братан, я не знаю, я говорю, наверное, просто кто танки собирает, тот и лады собирает, поэтому как будто просто технологии используются одинаково. Внимание. Что, у тебя сильно это проблема или что? Да, возможно, помеха на обочине. У меня сейчас жутко лагает, я не понимаю, что происходит. Не знаю, сомневаюсь насчет помехи, вряд ли он уже чем-то помешает. Манвали. Сейчас же перевернется, ну, дурачок. Ну, ты ведь видел, да? Угу. Так. Ну. Продолжаем движение. Нет, останов. Да вообще. Ну, его сейчас репорт кинет. Остановка. Да, я вырубил. Остановка полная. Принял. Да, выезжаем с места незапланированной остановки. Круиз 60. Нет, 70. Стоп. Он решил тоннель перегородить. Ясно. Это был нормально. А, тут у нас валяшка. Да, один уже приехал. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Разрешаю 4161 выписать бар. Двигайтесь прямо. Развязку проходим прямо. Чувствительность руля и всего. У меня все встречка машины. Встречка осторожно. Все машины рулятся прекрасно, а Volvo нет. Это единственный ее минус. Авария. Воу, тут чувак перевернулся, осторожно. Лёха, раз это часа зовут, он сейчас от меня отлетел, так я его даже не задел, а у меня по пингу я его подрезал. То есть ты виноват. Да, ну, ну все, это же бейба. Уходим на первом съезде. Ух, лимон. Осторожно, кто там сзади едет, я лагаю. Ну я чуть не почувствовал на вкус. Перекресток проходим прямо. Осторожнее, меня фризит, ой, я варю. Вот-вот. Попутка теперь я, да? Зеркала созданы. Да, господи, что с тормозами? Лимончик. Чё, я только починился, да ё-моё. Перестраиваемся в левую полосу. Подождите, осторожно, смотрите в зеркала. Попутно.
С этого точно опять довольно мощный. Чего у тебя там? Все в порядке? Ну, это тоже не понимаю. Тихо. На клавиатуру в колке. Впереди развязка, две крайних правых полуавтомат. Попутка на опережение. Нет, там серьезно 20 минут разница. Бам! Чего это было? Фикс. Пристрастие к крайне левого полосу. Сбрасываем скорость. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Опять кик. Полная остановка. Попытка номер 6. Стопили, что ли? Конечно. После развязки перестраиваемся к крайнему правому полосу. Двигайтесь прямо. Перестраиваемся еще крайнее правого полоса. Попутка на обгон слева. Принято.